Так, ребят, всем здорово. Сегодня хотелось бы поговорить на такую тему, как поменять возраст в Brawl Stars и для чего это вообще нужно. Думаю, многие из вас сталкивались с такой проблемой, когда ты заходишь к человеку в руму и не можешь вообще ничего написать в чат. Это связано как раз-таки с тем, что у человека, когда он создавал аккаунт, он ввел слишком маленький возраст. Эта тема работает так, что если ты ведешь возраст меньше 16 лет, то ты не можешь писать в чат. Если ты ввел возраст больше 16 лет, то ты можешь писать в чат. Решить данную проблему очень легко и просто. Для этого нужно скачать BSD Brawl. Файл на него я выложу в своем телеграм-канале. То есть его сможет скачать каждый. Точнее, не каждый, а тот, у кого есть Android. Для тех, у кого iPhone, ребят, я вам могу посоветовать сделать все через ПК, либо через какого-нибудь друга, который обладает Android. Потом мы переходим на свой аккаунт, заходим в настройки и нажимаем на меню мода, видим прекрасную кнопочку «Изменить возраст». Теперь мы ставим абсолютно любой возраст выше 16 лет, это самое главное. Все готово, нажимаем на кнопочку «Подтвердить». Потом у вас просто перезапустится Бравл. Делаем все так же, нажимаем меню мода, изменить возраст. И видим с вами следующую плашку. Переходим в обычный Бравл, заходим в настройки и просто тапаем на кнопочку «Заглушить чат команды». Обязательно оставьте эту функцию выключенной. И все готово, мы смело можем писать любую дичь в чат. Напомню, что файлик с BSD Бравлом будет находиться в моем телеграм-канале «Домик Мурфи». Все переходите, сабайтесь, пользуйтесь. Надеюсь, вам зайдет данный тутор. Я, честно, вообще не старался. Ну и, в общем, всем пока.